I believe in the evil in human nature. This is a wicked, wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Женщина-серийный убийца – это большая редкость. Еще реже встречаются убийцы женского пола в преклонном возрасте. Вся Россия была потрясена, когда стало известно, что серийный убийца, которого искали много лет, пожилая женщина. Эта пенсионерка – самая возрастная серийная убийца России. Ее не могли поймать более 10 лет. Софья Жукова, которую прозвали «уссурийской тигрицей». Первое убийство бабушка совершила в 66 лет, последнее – в 80. Софья Ивановна Жукова родилась в 1939 году в деревне Звягино Нижегородской области. Ее семья была очень бедной, и родители считали, что образование детям ни к чему. Софья закончила всего 2 класса школы, плохо читала и писала серьезными ошибками. Вместо того, чтобы получать дальнейшее образование, она трудилась на огороде. Детство было покрыто мраком военных лет. Будучи совсем маленькой, она пережила смерть отца, который вернулся с фронта с тяжелыми, неизлечимыми ранениями. Однако на этом тяготы жизни не закончились. В 16 лет Жукова пошла работать. Физически крепкая и рослая девушка стала разнорабочей. Она ни в чем не уступала мужчинам, ни в физической силе, ни в характере. В 20 лет она уехала в Хабаровский край и поселилась в поселке Березовка. Там Софья вышла замуж и родила 2 сыновей. По некоторым данным, детей было больше, однако лишь 2 выжили. С этого момента и до самой пенсии она проработала на свиноферме, занимаясь забоем и разделкой туш. Жукова была дамой грубой и нелюдимой, легко шла на конфликт и без колебаний распускала руки. Соседи ее не любили и называли за глаза «Сонькой Сипатой». Поворотным моментом в ее жизни стала смерть мужа. Это случилось в 2005 году. И, по всей видимости, это событие явилось неким спусковым крючком, и Жукова выпустила наружу свою зверскую натуру. А возможно, что с уходом супруга из жизни пропал и некий сдерживающий фактор в его лице, благодаря которому она держала себя в руках. Знакомые отмечали у женщины хладнокровие, невосприимчивость к чужой боли и нелюбовь к домашним животным. Она скандалила со всеми подряд и особенно ненавидела детей. Если малыши затевали возню под ее окнами, в порывах гнева она кричала: «Я вам головы и руки поотрубываю!». Конечно, всерьез ее угрозы никто не воспринимал, и оказалось, что зря. В середине декабря 2006 года в Березовке пропала школьница. 8-летняя Настя Алексеенко возвращалась из школы с подругой Викой. Девочки попрощались возле подъезда, где жили Настины бабушка и дедушка. Больше школьницу живой никто не видел. В тот же день вечером начались поиски ребенка. Версию с побегом из дома никто не рассматривал, так как Настя была домашним ребенком и никогда не конфликтовала с родителями. Один очевидец заявил, что в день пропажи девочки видел под окном дома кусочки свежего мяса. Он решил, что убили собаку. Когда же на следующий день вызвали сотрудников милиции, все уже было убрано, осталась только маленькая косточка. Но по ней экспертизу не проводили, никому и в голову не пришло, что это может иметь отношение к исчезновению девочки. Следователям подруга Насти рассказала, что видела, как она заходила в подъезд вместе с пожилыми женщиной и мужчиной. По описанию, бабушка была похожа на Софью Жукову. 66-летнюю пенсионерку допросили. Та рассказала, что хорошо знала пропавшую и часто с ней общалась. Они вместе рисовали, общались, и девочка просила не рассказывать родителям о своих визитах, чтобы ее не ругали. Пенсионерка добавила, что после смерти мужа Настя к ней в гости ни разу не зашла, но они общались, встречаясь на улице. По словам Жуковой, отношения между ними были вполне доверительными, а в день своего исчезновения Настя шла по лестнице впереди нее. Но тут, через еще не закрывшуюся дверь подъезда, ее окликнули девочки. Настя выбежала на улицу, и с тех пор Жукова ее не видела. Те, кто был знаком с Жуковой, удивились, с чего бы Соньке звать домой ребенка, она ведь терпеть не могла детей. Но милиционеров версия пожилой женщины устроила, и ее оставили в покое.
В самом конце декабря 2005 года тайна пропажи Насти Алексеенко была раскрыта. Все началось с того, что одна из соседок рассказала оперативникам, что вечером 14 декабря, в день исчезновения Насти, она вышла гулять с собаками. Питомцы завели свою хозяйку за угол здания, где она увидела лежащие неподалеку от стены куски свежего мяса и пятна крови. Женщина решила, что мясо отравлено, в округе объявились док-хантеры, и увела собак домой. Вернувшись, женщина рассказала о странных находках матери и позвонила в милицию. Но когда к ее дому приехали патрульные, они нашли только пятна крови и остатки костей, которым милиционеры не придали особого значения и уехали. Однако к теме мяса на улицах поселка сотрудникам правоохранительных органов пришлось вернуться совсем скоро. 27 декабря житель Хабаровска сделал вынужденную остановку рядом со свалкой в районе Березовки. Выйдя из машины, водитель увидел слегка припорошенный снегом черный полиэтиленовый пакет с мясом и решил забрать для своей собаки. Дома мужчина понял, что принес домой нечто ужасное. В пакете оказались человеческие останки. Шокированный мужчина поспешил сообщить о странной находке в милицию и подробно рассказал, где и как нашел пакет. Рассказ мужчины подтвердили его брат и гражданская жена. О том, через что прошла мать Насти, которую пригласили на опознание останков, остается лишь догадываться. Женщина подтвердила, фрагменты тела действительно принадлежат ее дочери. Вскоре о жестоком убийстве маленькой девочки знал весь Хабаровск. Эта история потрясла город. Но найти убийцу тогда не удалось. Она выходила из места своего жительства, ее спугнула соседка, в результате чего она пошла не по направлению к мусорным контейнерам, куда она до этого выкидывала иные части тела потерпевшей, а сменила маршрут и выкинула в частном секторе. Жители поселка Березовка медленно, но верно возвращались к обычному ритму жизни, и воспоминания об ужасных событиях декабря 2005-го начали затухать в их памяти. В 2013 году к Жуковой приехала ее 77-летняя приятельница. Анастасия Михеева продала квартиру и собиралась перебраться к дочке в Москву. Но оформление бумаг затянулось, и Михеева попросила подругу пустить ее пожить. Та не отказала. Вскоре дочь Анастасии забила тревогу, мать перестала выходить на связь. К Жуковой явились полицейские, но та была абсолютно спокойна. В квартире нашли пятна крови, но Жукова лишь пожала плечами. У Насти, мол, было высокое давление, нередко шла кровь из носа. Потерпевшая была худощавого телосложения, Жукова же высокая, крупная. В ходе обыска в квартире у нее обнаружили вещи, которые принадлежали потерпевшей. Жукова объяснила это тем, что она их носила. Но одежда была не для ее комплекции. Опять же, соседи вспомнили, что в тот период времени слышали шум в квартире. Жукова переносила какие-то тяжести, после чего меняла обои. Правоохранители, которые опрашивали Жукову, не обратили внимания на все эти детали. Пенсионерка также утверждала, что 9 марта ее гостья внезапно собралась и сообщила, что уезжает жить к родственникам в Приморье. Удивленная Жукова пыталась помешать Михеевой и даже вырвала из рук Анастасии сумку с документами, но та все равно ушла. По словам хозяйки квартиры, в окно она увидела, как подруга села в загадочный черный автомобиль, который вскоре уехал в неизвестном направлении. Но эта версия показалась оперативникам не слишком убедительной. Да и дочь Михеевой сказала полицейским, что никаких родственников в Приморье у них нет. Через некоторое время следователи побеседовали с почтальоном из Березовки. Та рассказала, что когда месяц спустя она вновь принесла пенсию Софье Жуковой, та стала рассказывать о пропаже Михеевой. Но ее словам о том, что Анастасия якобы села в черную машину и уехала, почтальон не поверила, ведь окна квартиры Жуковой выходили не на проезжую часть, а во двор. В свою очередь, соседки-пенсионерки рассказали, что вскоре после исчезновения родственницы Жукова стала носить ее одежду и выносить мебель из квартиры на помойку, а возле мусорных баков у дома соседи видели пятна крови. Однако доказать причастность Софьи Жуковой к преступлению и в этот раз не удалось. Ее допросили, но задерживать не стали. Софья, между тем, начала активно угощать соседей пирожками и холодцом. Все удивлялись, до этого вредная старуха не стремилась налаживать дружеские связи с окружающими. Многие люди продукты на всякий случай выкидывали. Уж очень странно пахли блюда. Она упала на пол, она упала. Я ее когда убила, она уже была мертва. Еще через 6 лет у Софьи появился квартирант, 57-летний дворник Василий Шляхтич, которого жена выгнала из дома. Вскоре он перестал ходить на работу, и начальник Шляхтича обратился в полицию.
Куски его расчлененного тела обнаружили дети за теплотрассой. Еще одну часть нашла женщина, которая гуляла с собакой. Личность погибшего установили сразу. Бывшая сожительница дворника опознала. На этот раз полиция быстро определилась с подозреваемой. Соседи, живущие на первом этаже, прямо под квартирой Софьи Жуковой, рассказывали оперативникам, что около 2 часов ночи 29 января они проснулись от глухих ударов, раздававшихся из квартиры сверху. Причем свидетельница после первых ударов слышала мужские стоны, за которыми последовали еще более громкие удары. На какое-то время все затихло, но вскоре соседи услышали, как Жукова моет пол. Утром супруги встретили соседку сверху, которая шла по двору в сторону мусорных баков с плотно набитым пакетом. Тем же вечером в квартире сверху снова раздавались глухие удары, будто рубили что-то. Софью Жукову задержали. При обыске в ее квартире следователи нашли множество следов крови, в том числе на лезвие топора. Пенсионерка не сразу признала свою вину. Жукова заявила, что со Шляхтичем не знакома, но видела, как он несколько дней назад выпивал на людях. Шум якобы был от того, что пенсионерка рубила топором кости для борща, а кровь в квартире осталась от уехавшей 7 лет назад Анастасии Михеевой. Во время второго визита квартиру Жуковой оперативники осмотрели тщательнее, и в холодильнике правоохранители нашли свежее мясо подозрительного вида. Вроде как замывало, а вот сюда вот то, что все равно попадало, вместе с влагой, вместе с мочеприсадками, кровь, ну эти растворы крови, все это туда затекло. Она даже и не знала, что это все у нее осталось. Она была уверена, что она все отмыла. Почему она, да, и в ходе предварительного следствия она рассказала о том, что это не я. Экспертиза показала, полки холодильника под завязку забиты человеческим мясом. В этот раз легенда не помогла Жуковой остаться на свободе. Ее задержали по подозрению в убийстве дворника Шляхтича. Сама Жукова, пробыв несколько дней под арестом, предложила свою версию того, что произошло у нее дома в ночь на 29 января. Якобы накануне вечером Василий Шляхтич пришел в ее дом с еще одним мужчиной и попросился попить чай. Она разрешила, после чего мужчины ее якобы изнасиловали. Знакомый Шляхтича убежал, а самого дворника она попыталась выгнать из дома, но он не уходил. Тогда-то она и ударила его топором. Пока Жукова давала показания, расследование не останавливалось ни на минуту. Следователи заподозрили, что произошедшие в Березовке убийства могут быть связаны, и начали перепроверять все похожие преступления. Свидетели прошли через дополнительные опросы по прошлым убийствам, а в квартире Жуковой был проведен тщательный обыск, во время которого под линолеумом нашли другие следы крови. Экспертиза показала, что она принадлежала Анастасии Михеевой. Между тем, подозреваемой в СИЗО явно не нравилось. В камере, куда ее поместили в феврале, уже находились две арестантки, которые прозвали Жукову «Сиплой» за характерный голос. Поначалу Жукова пыталась убедить их, что на нее хотят повесить убийство дворника, но вскоре пенсионерка разоткровенничалась. Она поведала сокамерницам, как убила и расчленила Василия Шляхтича и Анастасию Михееву. Но самым страшным признанием Жуковы стал ее рассказ об убийстве маленькой Насти. Пенсионерка призналась, что расчленила ребенка и выбросила остатки с балкона, чтобы собаки растащили. По словам Жуковой, и девочка, и подруга, и дворник были сами виноваты. Одна шумела под окнами, другая слишком кичилась, что станет москвичкой, третий говорил непристойности и лез целоваться. У нее, Софьи, мол, и выбора-то не было, пришлось всех троих убить и съесть. Сокамерницы рассказали об этом следователям. Вскоре и сама пенсионерка признала вину, в подробностях рассказав обстоятельства и причины каждого убийства. Она показала следователям, как наносила удары потерпевшим и куда выбрасывала части их тел. Сколько раз нанесли ударов? Раз, по-моему, три. От ваших ударов что произошло с ним? С ним? Он упал и еще крякал что-то. А через несколько месяцев она попыталась отказаться от своих слов, заявив, что подписывала признание под давлением. Но к тому времени следователи собрали достаточно доказательств, чтобы с уверенностью заявить, все три убийства совершила именно Жукова. Судебно-психолого-психиатрическая экспертиза признала Жукову вменяемой. В конце декабря 2020 года она заболела коронавирусом и была госпитализирована в городскую больницу номер 10 города Хабаровск, где и скончалась 29 декабря. Обвинительный приговор в отношении Жуковой не выносился, и виновной в соответствии с требованиями УПК РФ она признана не была. 19 января 2021 года уголовное дело было прекращено судьей Хабаровского краевого суда Еленой Арцевой в связи со смертью обвиняемой.
Аналогичный случай серии убийств бабушкой-пенсионеркой, или, как ее прозвали местные, Бабой Ягой, произошел в обычном спальном районе Санкт-Петербурга. Июль 2015 года. Во всех местных пабликах разлетелась новость о старушке-потрошительнице, которая задержана по подозрению в совершении целой серии убийств с особой жестокостью. 67-летняя Тамара Самсонова несколько раз находилась на лечении в психиатрической больнице, а на старости лет решила убивать. Детство, отрочество и юность известны только из рассказов самой Самсоновой. Родилась она в 1947 году в городе Ужуре Красноярского края. Отец – сотрудник милиции, ходил с оружием. Мать работала где-то в торговле. После окончания средней школы приехала в Москву и поступила в Московский государственный лингвистический университет. Впервые я увидела на линейке. Ее отчитывали за подделку документов, табеля. Там она закончила на двойке, а пришла с табелем с пятерками. Закончив 8 классов, мы с мамой должны были ехать в гости, ну и ее взять. И что-то не получилось у мамы, она не поехала, а мы не расстроились. Ну, деньги, которые ей были даны, она их полностью истратила. Я говорила: «Тома, с чем поедешь обратно?» Подходит ревизор, она падает опять же в обморок. Ручки, ножки. Сердобольные женщины все бросаются к ней: «Что случилось?» Она таким голосом: «Я кушать хочу». «А с кем ты едешь?» «С подружкой. Авоська у меня в руках. Полная авоська еды. Ах ты такая, весь вагон на меня». Доехала, мы вышли. Она налево, я направо. Больше мы с ней не виделись. После окончания учебы она переехала в Санкт-Петербург, где вышла замуж за Алексея Самсонова. Детей не было. В 1971 году вместе с мужем поселились в недавно построенном панельном доме номер 4 на улице Димитрова. Некоторое время работала в системе интуриста, в частности в гостинице «Европейская». Всего к выходу на пенсию сменила 8 мест работы, на каждом проработав не более 2-3 лет. Трудовой стаж Самсоновой на момент выхода на пенсию составил 16 лет. В 2000 году супруг Тамары исчезает. Что с ним произошло, неизвестно до сих пор. Не исключено, что он стал первой жертвой женщины. Соседи потом рассказывали о том, что муж вышел в сберкассу и не вернулся, Самсонова упоминала с явной радостью. Это была не единственная странность женщины. После пропажи мужа она полюбила сидеть обнаженной, спиной к окну, демонстрируя всем свою фигуру, за которой тщательно следила. Приятельницам Тамара говорила про постоянную слежку и посторонних, которые проникают в дом, чтобы резать вещи. В подтверждение своих слов Тамара показывала протертый до дыр от постоянной носки халат. Пожилая пара, жившая над квартирой Самсоновой, страдала от ее выходок чаще всего. Супруги пытались жаловаться на соседку правоохранителям, говорили, что пенсионерка сошла с ума, и требовали ее изолировать. Внимания на их слова не обращали. Последний раз, когда я ее видела, я ж не знала, что она убила. Я видела ее с этой женщиной. Они входили к ней в квартиру. Но она так со мной поздоровалась приветливо, потому что я даже сменила телефон из-за нее. Что она так надоедала звонками, я сменила. И вдруг она звонит по новому телефону. По жалобам соседей на неадекватное поведение женщины, она обвиняла людей в слежке, выходила на улицу через окно, ходила босая зимой. Ее даже забирали в психиатрическую клинику, однако быстро отпускали. Иногда несет такую чушь, что просто волосы дыбом встают. То есть какая-то мания преследования постоянно. Якобы в ее отсутствие приходят к ней в дом и разрезают ее вещи. Первые достоверные сведения о жизни Тамары Самсоновой относятся к 90-м годам. Следователи нашли врача-психиатра, к которому она обращалась за консультацией. Самсонова пришла в кабинет социально-психологической помощи в 1996 или 97-м году добровольно, тогда еще вместе с мужем. Как отметил врач, на фоне яркой, бойкой и эрудированной Тамары муж выглядел убогим, забитым и даже дебиловатым. Самсонова же при всем своем шарме показалась специалисту своенравной, вздорной и капризной. Что, впрочем, не помешало врачу выйти за рамки профессиональных отношений с пациенткой. Общение шло по телефону. Квартиру Самсоновой доктор посетил один раз. Как он рассказывал, зашел за книгой Солженицына. Было это в конце 90-х. Мужа тогда уже не было. Посещение оказалось единственным,
После него общение прервалось. Доктор жив и продолжает работать, несмотря на преклонный возраст. Как отмечает психиатр, Самсонова с ним была даже излишне откровенна. Например, рассказывала, что часто совершает кражи в магазинах, но не попадается. Рассказывала о квартирантах, которых часто меняет. Такую характеристику Самсоновой дал специалист. Умная и скрытая женщина с высоким уровнем интеллекта. Леонид Самсонов, 1947 года рождения, работал на авторемонтном заводе. На фоне супруги смотрелся бледно, как утверждала Самсонова на допросе, отношения у них были хорошие. «Я ему была как мать, он мне как сын». Леонид пропал в конце 90-х годов, точная дата неизвестна. Его тело не обнаружено до сих пор. Самсонова в разговорах со знакомыми предлагала различные версии. «Он от меня ушел, умер от цирроза печени, но самое распространенное – вышел в сберкассу и не вернулся». Об исчезновении супруга Самсонова заявила в Следственный комитет только в 2015 году, когда к правоохранителям ее отвела руководитель отдела соцобеспечения. При обыске в квартире Самсоновой были обнаружены документы пропавшего супруга, включая паспорт и сберегательную книжку. Вопрос о том, не убивала ли она мужа, Самсоновой задавался. Признавшись на первом этапе следствия в четырех смертях, убийство мужа Самсонова всегда решительно отрицала. После исчезновения мужа Самсонова начала сдавать комнату в своей квартире в аренду приезжим. Первым квартирантом стал Владимир, он поселился у Самсоновой летом 2001 года. Несмотря на почти 20-летнюю разницу в возрасте, отношения постояльца с хозяйкой поначалу оказались достаточно личными. Спустя месяц, как рассказал Владимир на следствии, он интимную связь с Самсоновой прекратил. Оказался в больнице с симптомами отравления. Установить, какой именно препарат мог стать причиной расстройства его здоровья, врачи не смогли. После процедур следов отравы в организме не осталось. Выписавшись из больницы, Владимир немедленно съехал от Самсоновой и, по всей видимости, благодаря этому жив и здоров до сих пор. Следующим квартирантом бабы Яги повезло меньше. 6 сентября 2003 года, во время внезапно возникшей ссоры, она убила своего квартиранта Александра Барышева, 44-летнего жителя города Норильска. По версии следствия, она сделала это с помощью отравы, после чего расчленила труп ножовкой и вынесла из квартиры в мусорном мешке, который вскоре обнаружили на территории близлежащего детского сада. Однако тогда труп так и не был опознан. Александр Барышев познакомился с Самсоновой в 2003 году, случайно, во время прогулки по Садовой улице. Он был со своей гражданской женой Ларисой, Самсонова с молодым человеком по имени Геннадий. Пары стали общаться. Через некоторое время Самсонова сообщила, что Геннадий умер, ему было на вид около 40 лет. Общение первоначально происходило в основном между Самсоновой и Ларисой, но постепенно к трубке телефона стал все чаще подходить Барышев. Через год после знакомства, как рассказала журналистам Лариса, Барышев объявил, что после 7 лет совместной жизни решил уйти к Самсоновой и уехал к Тамаре в Купчино. Он несколько раз звонил Ларисе через 2-3 дня после переезда. Последний звонок был через неделю, и разговор резко прервался. Больше Александра Барышева живым никто не видел. Тогда это дело осталось нераскрытым, и даже личность покойного установить не удалось. Других фрагментов тела, включая конечности и голову, обнаружить не удалось. То, что нашли после судебно-медицинской экспертизы, захоронили в номерной могиле. Сразу после задержания Самсонова призналась в том, что убила Барышева. Однако впоследствии от своих слов отказалась, произнеся «я пошутила». Кто такой Геннадий, жив ли он, а если действительно умер, то по какой причине, неизвестно. В марте 2015 года Самсонова познакомилась с 79-летней Валентиной Николаевной Улановой, проживавшей на улице Димитрова. Знакомая Тамары попросила Уланову на время приютить у себя пенсионерку, сославшись на то, что у Самсоновой в квартире идет ремонт, и та согласилась. Самсонова прожила в квартире Улановой несколько месяцев, помогая ей по хозяйству. Ей понравилась квартира, и она захотела пожить в ней подольше, поэтому не собиралась съезжать. Из-за этого со временем их отношения испортились. Валентина устала от квартирантки и просила ее съехать. После очередного конфликта Самсонова решила избавиться от Уланова. Она поехала в пригородный Пушкин, где в аптеке с помощью обмана и дорогого подарка убедила фармацевта продать ей выписываемый строго по рецепту психотропный препарат феназепам. Вернувшись в город, она купила в супермаркете салат оливье, который любила Валентина. Положив в салат все таблетки, находящиеся в пачке, она угостила им Уланову, которая от огромной дозы препарата скончалась. Труп Улановой Тамара обнаружила ночью 23 июля
лежащим на полу кухни, после чего начала его расчленять с помощью двух ножей и пилы. Сначала она отпилила голову жертвы, затем распилила тело пополам и уже после этого ножами разделала его на куски. В квартире Улановой было два холодильника, но один хозяйка всегда держала выключенным, а тут он вдруг заработал. «Я услышала его, потому что он очень шумный, и где-то про себя это отметила», рассказала Наталья, соседка Валентины Николаевны. Спустя сутки станет ясно, холодильник был включен не просто так. На полках и в морозильнике лежали останки Улановой. Со своей жертвой Тамара расправилась в ночь на четверг, а следующие три дня пилой расчленяла труп дома. Первый раз она вышла из дома около 2 часов ночи, уходила и возвращалась несколько раз. Пакеты тащила волоком, и на лестничной клетке остались следы крови жертвы, рассказал источник в следствии. От дома Улановой до пруда 150 метров, дорога идет вдоль 3 домов, но свидетелей нет. Тут Самсонова просчиталась, прямо над дверью парадной установлена камера видеонаблюдения. Именно эти кадры, не считая останков в холодильнике, стали главными доказательствами вины старушки. Чтобы вынести мешки с частями тела из квартиры, ей потребовалось 7 раз выйти на улицу. Части тела Самсонова разбросала неподалеку от дома. Вечером 26 июля обезглавленное тело Улановой с отрубленными конечностями, завернутое в штору для ванной, было обнаружено у Купчинского пруда. Сверток несколько дней не привлекал внимания, пока местная жительница не поинтересовалась его содержимым. Согласно официальной версии, которую подтверждает и сама Самсонова, она отравила Уланову феназепамом. 50 размолотых в кофемолке таблеток были добавлены в магазинный салат «Оливье». К трапезе была подана водка, но в алкоголь феназепам не добавлялся. Согласно же результатам судебно-медицинской экспертизы, в обнаруженных фрагментах остатков препарата не выявлено, и алкоголь потерпевшая перед смертью не принимала. Вывод специалисты сделали осторожный. Отсутствие возможности провести судебно-химическое исследование биологических жидкостей и внутренних органов, включая желудок, трупа неизвестной женщины, опознанной как Уланова, не позволяет ни подтвердить, ни опровергнуть возможность приема ей при жизни химических веществ, включая радидорм и феназепам. На то, чтобы установить личность убитой, оперативникам понадобился день. Возможно, времени потребовалось бы меньше, вот только головы в свертке не было, что с ней стало, до сих пор неизвестно. Подозреваемую вычислили быстро. Соседи вспомнили, что вместе с Валентиной Улановой последние дни жила приятельница Тамара, у которой дома якобы шел ремонт. После задержания Самсонова сразу припомнила своего квартиранта Александра, рассказав, как подсыпала ему в холодный борщ радидорм, как разделывала труп и разносила по окрестностям. Вспомнила и татуировку на плече, череп, змея и что-то еще. Отказавшись впоследствии от нескольких признаний в убийствах, Самсонова до последнего утверждала, что его и Уланову убивала именно она. Однако обвинение в этом преступлении ей не предъявлено. В 2003 году, как выяснилось, исследование на наличие в тканях трупа веществ, которые могли бы говорить об отравлении, не проводилось. Строить обвинение на одном признании Самсоновой, от которой она может отказаться в любой момент, не рискнули. Свои мысли в течение нескольких лет Самсонова записывала в тетради, используя вперемешку несколько языков, чтобы никто не понял. О нем Тамара вскользь упомянула и в разговоре со своей подругой. Спрашивала, пишу ли я дневники, я говорю, нет, я бросила. А я пишу, я хочу издать книгу за границей. Здесь ее не выпустят. Вот, это будет сенсация, как она мне сказала. Я говорю, что ты все хочешь прославиться? Да, я прославлю. По утверждению следователей, в зашифрованных записях содержатся намеки на десяток убийств. Позже эта информация была объявлена несоответствующей действительности, а существование серийного маньяка в Купчино отрицалось. В дневнике на протяжении многих лет встречаются записи о поисках Самсоновой, сильнодействующих радидорма, феназепама и других препаратов. Вот одна из ее записей, орфография сохранена. «Я покупаю 6 коробок F, это стоит 410 рублей. А еще у меня есть 2 плитки PN, теперь мне достаточно. У меня 17 штук FM. Покупаю лекарства, осталось 12 штук. О, плюс 18 голубых». Сама Тамара Митрофановна эти препараты не принимала. Многие годы ложилась спать около 21 часа и вставала в 3 часа ночи, выспавшаяся и бодрая. Предполагалось, что препараты ей были необходимы для усыпления возможных жертв.
Следствие согласилось с версией Самсоновой, по словам которой, она доставала лекарства для соседей. И даже нашлась одна соседка, которой Самсонова один раз подарила упаковку феназепама. Куда израсходованы остальные упомянутые в дневнике упаковки, не установлено. В отношении Самсоновой было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 29 июля 2015 года Самсонова была доставлена во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Там вынесено постановление о заключении ее под стражу. Мне больше негде жить, я очень старый человек, и я поставила точку осознанно. Все, 77 раз подумала и решила, чтобы остаться в тюрьме. А там скончаюсь и схоронил государство, видимо. Все, я поняла. Квартира в собственности. То есть вы не боитесь дальнейшей жизни, да, в тюрьме? Я хочу очень. Потому что я там буду хотя бы, как сейчас, это в своем уме, говорить, думать. А так я вообще не могла говорить. Ходить, встать в постели. Что это такое? Мне ничего не доказать. Якобы, что я больная, и это не супер больно. Самсоновой была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. 26 ноября 2015 года установлено, что пенсионерка представляет опасность для себя и окружающих. Она была признана невменяемой, поэтому Самсонову поместили в специализированное медицинское учреждение до окончания расследования. Ну, я хочу в тюрьме жить. А зачем вам в тюрьме жить? Потому что меня замучила маньяк, вышеживущий, и довела до этого убийства. Соседка? Да. Шестой квартиры. Она вас заставляла? Ну, она меня насиловала. Она доктор. А что она с вами делала? Ну, все, что можно. И волосы поливала, и синяки, и порезы, и руки резала, и коленки разбивала. Тысячи свидетелей церковь, социальная служба и так далее, и так далее. Что совершенно здоровый человек без всяких заболеваний должен находиться годами в квартире. Ну, то есть, что-то чем-то очень... Ну, как я это говорила, канает постоянно, и в этом ее радость, ее большая сладость, как типа Чикатило, маньяк, они испытывают в этом большое удовольствие. В декабре 2015 года Самсонову направили на принудительное лечение в специализированную психиатрическую больницу в Казани. По состоянию на февраль 2019 года она была жива. Больше о ее жизни и местонахождении неизвестно. Скажите, один вопрос. Зачем вы все это делали? Зачем убивать? Чтобы спастись от этой маньячки умышленно, потому что это невыносимо. Такие разные личности и настолько схожие истории. Феномен женщин-убийц в преклонном возрасте крайне мало изучен, и можно лишь находить сходство и предполагать, что явилось первопричиной этих жестоких убийств. Дорогие зрители, как вы считаете, исчезновение из жизни пенсионерок-мужей могло стать решающим фактором, положившим начало преступному пути у Софьи и Тамары? Или же еще что-то могло повлиять на их решение начать убивать? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы. И не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.